Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова, мой канал заработок в интернете. Сегодня у меня проект такой вот на мониторинге ADS Work. Здесь можно зарабатывать на пакетах рекламных. Покупаем пакеты и на них зарабатываем. Также можно зарабатывать здесь без вложений. Уже больше 64 тысяч участников, как бы, да? Так, давайте опустимся пониже. Здесь это все можно прочесть. Так. Значит, высокий трафик, стабильная бизнес-модель, быстрый ответ, разнообразие услуг, доступные пакеты объявлений. Ну, это все такое, да? Далее. Значит, что здесь? Возможность просмотреть 10 объявлений. Пакеты до 120% от пакета. Вот на чем. И можно здесь, в принципе, основной такой заработок, если покупать пакеты. Вот. И без вложений на просмотре рекламки. Значит, и рекламные пакеты. Вот самый дешевый здесь $10. Вот. Давайте, так, вопросы-ответы. Без вложения, вот вопросы-ответы. Опустимся чуть ниже. Так, как это работает? Как я могу заработать деньги с помощью ADS Work? Нажимаем. Значит, как я уже сказала, на пакетах. Далее, на партнерской программе. И третий вариант. Вы можете заработать дополнительные деньги за просмотр объявлений ПТС на просмотре рекламы. Еще является ли этот проект инвестиционный? Нет, мы не инвестиционная компания. Они как бы пишут так. Регистрация. Все. Регистрация на оригинале. Значит, пишите имя, фамилия, далее электронный адрес, логин, пароль сложный, там заглавные буквы, символы, цифры и все такое. Повтор пароля, номер телефона, выбрать страну. Далее вводим капчу, ставите галочку и нажимаете регистр. Зайдите на почту, проверьте. Должно прийти письмо. Я уже не помню. Но, скорее всего, что да. Должно прийти письмо. Значит, потому что от администратора все оповещения приходят мне на почту. Ну и здесь вот можно выбрать язык. Так. Я авторизуюсь. Так. Английский. Ноль. Сейчас зайду в кабинет. Такая вот у нас авторизация идет. Здесь можно, в принципе, работать и без приглашений. Если покупать пакеты, нажимаем на красную вкладочку. И попадаем в кабинет. Значит, так наш кабинет выглядит. Главная страничка. Вот у меня на балансе 0.10. Так. Далее, вот здесь сразу партнерская ссылочка находится. Одна. И вторая. Две партнерских ссылочки. Ну, здесь статистика, все такое. Значит, на просмотре. Вот 10 рекламок здесь можно просмотреть. Так. Старт серфинг. И просматриваем рекламку. 10 секунд. Разгадываем далее капчу. Вот такую нам надо. Так. И нажимаем next. И сколько там от рекламок? Не больше 10. 10 рекламок в день. Я вернусь в аккаунт. И на серфинге, как бы, просмотр рекламки. Значит, так. Вот здесь VIF кэшлинг на красную вкладочку.
И вот у нас реклама здесь. На просмотре. Вот рекламка наша. Значит, нажимаем на вкладочку. Загружается наша рекламка. Нам начислена денежка, да? Переходим опять в кабинет. Вкладочку можно закрыть. Я после каждого просмотра перезагружаю страничку, чтобы было кликабельно. И вот опять она кликабельна. И вот так просматриваем. Так. Далее, что здесь? Вот здесь на человечка нажимаем. Возвращаемся обратно в кабинет. Вот сюда нажимаем, попадаем в группу на Facebook. Есть. Вот она. Можно присоединиться далее. Так, переведу опять на русский. И пройдемся по шапке. Значит, в профиль. Значит, можно загрузить аватар. Прописываем платежные реквизиты. Так. Страна уже будет стоять по умолчанию. Вставляем капчу и нажимаем отправить. Безопасность. В безопасности нужно придумать. Так. Ну, если надо пароль поменять. Так, безопасность. Так, вопрос безопасности и ответ. Подтвердить и нажать обновить. Это все надо будет при выводе средств. Ну, обновить аккаунт, оценить журнал активности, сообщение администратора. Далее, финансов. Добавить фонды, позиции покупки. Вот здесь пакеты покупать. Как бы. Я сейчас не могу себе позволить. Я все деньги вывела на карточку. И в проект зашла. Так что я... Пока что я не могу, но я обязательно буду покупать пакет под заработу, под насобираю $10 и начну активно как бы развивать проект. Так, вот здесь покупать рекламный пакет. Далее что позиции? Так, история заработка, история платежей, снятие заявки, минимальный вывод отсюда, конечно. Прилично. $10. Вот. Минимум сумма выплаты $10. Сюда сумма. Выбирать платежную систему. Так. И денежный баланс. Баланс заработка. И нажимаем отправить. Так. История. Так. Передача баланса. Далее что здесь? Реклама. Рекламные баннеры. ПТС, так. Ну, мои сайты здесь тоже как бы рекламировать можно свои проекты. Инструменты пользователя. Значит, просмотр объявлений ПТС. Ага, это вот это мы просматривали. URL-ротатор, удлинитель, реферальные конкурсы. Так, далее промо-инструменты. Здесь рекламные баннеры. Очень много баннеров, конечно, всевозможных. Даже сверх много. Это ужасно, сколько их тут много. Зачем столько много? Так, динамические баннеры. Так, всплывающие страницы, целые. Так, текстовые ссылки есть. Даже далее рекламные письма. Это можно как бы здесь все на английском. Ну, типа пригласительное письмо, что ли. Перевести на русский. Ну, надо копировать и переводить тогда. Рассказать. Ну и мои рефералы здесь будут отображаться партнеры. Вот такой вот проект. Кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Но неинтересно, проходим мимо. Вот мне осталось 3 рекламки просмотреть. Ну и потом я вот пройду этот серфинг. И еще у них тут канал на YouTube есть.
Вот. Тоже как бы все навалом. Вот. Можно тоже подписаться, а можно так просто посмотреть. Ну, в принципе, и все, как бы, как будет что выводить, естественно, я запишу видео и как пакет буду покупать. Это все я буду делать видеообзоры. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.